Прошло заседание законодателей и в городском поселении Видное. На повестке дня стояло несколько вопросов, касающихся устава поселения, деятельности ревизионной комиссии, утверждения графика приема граждан депутатами и ряд других хозяйственных и финансовых вопросов. На заседании присутствовало 16 законодателей. Денис Малков, председатель комиссии по вопросам нормотворчества, по работе с обращениями граждан и контролю исполнения решений Совета депутатов, сделал доклад об утверждении устава городского поселения в новой редакции. Поправки в него были внесены для приведения его в соответствие с изменениями в федеральном законе. Мы получили замечания Министерства юстиции, которые в общих чертах сводились к тому, чтобы буквально перенести положение, отдельное положение 131 федерального закона в наш устав. Также депутаты заслушали отчет о деятельности ревизионной комиссии Ленинского муниципального района. Его представила председатель комиссии Елена Егорова. В частности, она озвучила выявленные нарушения в финансовой деятельности администрации Видного в 2016 и 2017 годах. Самый значительный удельный вес нарушений – это нарушения при формировании и исполнении бюджета. Кроме того, выявлено значительное количество нарушений ведения бухгалтерского учета у проверяемых объектов, составления и представления бухгалтерской финансовой отчетности. Глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов, который также присутствовал на заседании, рассказал депутатам о ситуации с вывозом мусора, сложившейся в городе. Это связано с очередной сменой мусоровывозящей компании. Также он сообщил, что в скором времени систему утилизации отходов ждут большие изменения. С 1 июля вообще будут задействованы такой принцип, как региональный оператор. Есть региональные, да, это совсем другой список. Допустим, есть региональный оператор, который будет заниматься с этими мусоровывозящими компаниями. Он как раз будет мониторить ситуацию, распределять потоки и все остальное. Региональные. Региональные операторы сегодня определены, в том числе и нашей зоне. На заседании законодатели утвердили график приема граждан депутатами городского поселения Видное, в который были внесены изменения.